Что? Ты же сказал. Чего ты нервничаешь? Я нервничаю, потому что очень тяжелая тренировка предстоит. Я боюсь, что я сдохну. Значит, сегодня у нас жим тяжелый в майке. Дойдем до 270 килограмм. Потом 3 по 3 поработаем. Потом попробуем доползти до 310. Все с брусков, с 15. Такие малолетки, как Бубнов, жмут, конечно, не с 15, а с 15, 12, 7, 5. Но мне он сделал льготы. Я работаю на 15. И после этого еще не все. И после этого еще будет что-то там 140, сколько-то, поскольку-то я попозже посмотрю. Все вам расскажу. А сейчас разминка. Я вас грузить не буду на разминку. Это значит там, что я обычно делаю. 20, 50, 100, 130, 170. Потом одеваю майку. И первый подход на 200, 210 я уже включу. Все, пока. Пора сказать. Тем более, чего-то чуть-чуть больше меня ждет. Так. Все, я сфилонил чуть-чуть. На 170 не пошел, потому что мне еще после этого жать, поэтому я на 150 закончил. Поставил 200. И начну с этого веса. Рука, сними, пожалуйста. Так и... А нам же надо, чтобы кто-то снимал. Леха, ты сможешь нам снимать? Снимать штангу. По колено снимает. А Катька внизу качается. Операторы все заняты. Держащие доски тоже, так что. Паш, пойдем. Пойдем. Вон Сережа здесь тоже. Пятнашку. Да ладно, посидим. Вон тут где-то двойное. На ребро. Так, 200 начинаем. Андрей. Первый, да? А потом на 10. Не потом. Все на 15. Все на 15. У меня льготы. Мне разрешили. Старший приказал. Андрей, давай. Оп. Давай, бетончик. Подход, кто не в курсе, всегда очень тяжелый, поэтому такое впечатление, что ты сдохнешь под ней. Второй уже пойдет легче. Пока все. Жи, что, 15, 10? Когда есть выбор? 10. 15? Паша, ты даже не спрашивай меня. Ты же говоришь, наоборот, всем 10. Всем 10, мне 15. Ему льготы. Льготы, ветераны. У меня скидки, блядь, пенсионные, давай. Оп! Оп! Лена-то как раз знает. Лена, ну, хрен. Лена хрен ошибется. Столько матов уже словила. Оп! Оп! Поклонник чела. Покажи прическу. Новая прическа.
Подготовка к Филиппу. Плюс 30 жимов. Да, к Филиппу, это ты объяснишь, у нас сегодня... Ой, к нам приезжает Филипп Киркоров. Болгарин да. Киркорян, блядь. Киркорян. Завтра день металлурга. Одно слово, румын. Слащавый какой-то. Так, 270, последний. Три пот. Это еще раз Минка Андрей. Как у Бубнова написано. Не порти мне настроение. Шовик, смотри внимательно. Бубнов, я оценил твое унижение. Я сегодня мне сказали, что ты уже пожал там 303 по 3. Ты внимательного Жорика снимал? Оп! Оп! Чуть не усрался. Так, если ты думаешь, что ты один, вернее нас двое, так нихера. В нашем полку прибыло. У нас тут потихонечку тут все начали передирать. И Сережка Алдошкин уже втихаря переписал пробу. Короче, Виталича все предали. Потихонечку, но я думаю, это ненадолго. Вот я обосрусь на Олимпии. И все вернется на круги своя. И будем мы опять Барагожникову поднимать. Венки красивые такие торчат. Венки красивые. Ты извращенка, Лена. Так. 270 у нас идет. Прошлый раз 5 делал. 270? На 5. А, да ты сейчас дальше пойдешь тогда. Я тебя тут жалею. Язык враг мой, блин. Я думал, ты на 60 закончил. Ты же на 70 в прошлый раз. Несколько раз уже и на 3, и на 5 ходил. Да, надо сейчас дальше пойдем. Дальше в голову готовить. Да? Заряжать. Я тебе даже ремень поправлять не могу, я уже съел. Я ты не сможешь. Тянем, потянем. На ребро. Ой, плашмя. Оп! 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 Право, право, право. Что у тебя просаживается? Локоточки, хорошо. Стой неуверенно немножко локти. Локти до конца включаем. Оп. Хорошо, да хорошо выстрелили, да?
Давай. Оп! И еще разок. Да не хочу я. В смысле не хочу? Жопу. Нет у меня по плану три. Вы че, блин? Три написано вон в дневнике. Ничего там не написано. От трех до одного там написано. Считаю, что без нее можно... Забил касание, помощь срывающий, куда я надел. Ноги не забывай. Плечи стяни про спину, плечи стяни, чтобы каркас единый был. Чтобы никуда не шаталось вообще. Давай жестко. Давай мощное. Оп! Оп! И быстрее. Быстрее. Все, старался давить пятки вниз. Что ты за глаз рвал? Что ты хотел сказать? Ну такое. Вдруг ты что-то не то скажешь? Я сейчас терминатор там был. Я сейчас заклинаю. Ну по три, да? Пусть это останется за кадром. Блин, низко, Никита, как ты жмешь, твою мать? Так я же это, лопатки, ты, я лопатки заправляю. Ты маньяк, при чем здесь лопатки? При чем здесь лопатки? Я не вижу. Мост, лопатки, все, мне хватает. Оп. Наконец-то обычный человеческий жим, без средних, без быстрых. Фух. Дима, у меня один вопрос к тебе. Если ты попытался унизить меня сегодня своим жимом в 350 в майке, почему ты, сука, 155 по 5, блядь, жало мне написал 145 по 5? Где льготы для пенсионеров? Короче, 145 по 5, первый подход, выключай. Сына выставляет вместо себя. А я выставлю ученика, который... Сколько ты в майке жмешь? Я в майке. В майке? Три месяца. Нет, ну что мне надо? Два с половиной. Понял, да. Знаете, сниму. Давай. Суровые магнитогорские парни, да? Оп! Куда дальше строить? Подход. Это парк металлург. Следующий сапожник. Сказали громко говорить. Я тебе сказал громко говорить. Третий тоже, он когда уже вверху не устал, только мы вместе сделали. Он додавился.
один. Ты кирпичами. Ой. Ой, что-то я промахнулся там немножко. Короче, все это. На сегодня у меня там 30 в блоке остался. Снимать я его не буду. Все, на сегодня. Кино больше не будет. Включай. Все, пальцы.